16 и 17 июня в Слониме пройдет республиканский спортивно-культурный праздник в Итоке. Мероприятие состоится на многих площадках. В связи с этим некоторые улицы города Слонима будут закрыты для движения автотранспорта, рассказывает заместитель начальника отдела ГАИ. Заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ по обслуживанию Слонимского, Дятловского и Зеленского районов, майор милиции Калинин Александр Игоревич. На территории города Слонима в период с 16 по 17 июня текущего года будет проводиться республиканский спортивно-культурный фестиваль в Итоке «Крок до Олимпу». В этой связи госавтоинспекция обращается с просьбой и рекомендацией о неиспользовании личных транспортных средств в связи с тем, что центральная часть города Слонима будет перекрыта и ограничена для движения полностью. Движение транспортных средств может только осуществляться специальных служб, то есть милиции, скорой помощи, либо в экстренных службах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Будут перекрыты улицы Красноармейская полностью от дома номер 1 до дома 37, это нечетная сторона, и до дома 42, включительно четная сторона. В частности, до средней школы номер 5 будет ограничено движение полностью. Улица Васи Крайнего, прилегающая к ним улица, это переулок Дружбы, улица Кутузова. Вот. Также будет перекрыто и полностью ограничено движение на площади Ленина и улицах Первомайская и Советская от дома номер 1 от синагоги и до переулка Павлика Морозова. Также будет 17 числа перекрыта улица и Оперная. Также хотим сообщить, что улица Красноармейская с 15 июня на промежутке от переулка Дружбы до улицы Кутузова также будет перекрыта для движения в связи с установкой сцены и иного оборудования. Изменен маршрут движения общественного транспорта. Также напоминаем, что будет перекрыто и ограничено движение в центральной части города, так что госавтоинспекция обращается с просьбой не использовать, в частности, 17 числа личный транспорт для подъезда либо подвоза родственников, близких, воспользоваться маршрутными транспортными средствами, общественным транспортом, услугами такси, либо прогуляться пешком.